Что я делаю на кровати? Так, кабанчик цу... А ты кто ещё? О, боже, боже мой! Чё ты орёшь-то так, а? То есть это был сон. Окей, хорошо. Цуня, привет, я так рад тебя видеть. Кстати, доброе утро, доброе утро. Почему мы спим на одной кровати? Где кабанчик? Кабанчик? Тут лежал. Да, ну слушай, уже, в принципе, расцвело. Не знаю, в принципе, что здесь было, но пойдем осмотримся. Помнишь Монтропа, который там в воде остался? Давай посмотрим, что, как он там пожив... Ой. А где он? Так, хорошо. Без паники, мы здесь поставили камеры, вроде они есть. Мы сейчас, конечно же, с тобой посмотрим записи. Но для начала, я думаю, нужно найти кабанчика. Слушай, давай тогда я наверх, а ты здесь. Окей, хорошо, да, давай я где-нибудь здесь осмотрюсь. Наверх, ты думаешь, он под потолком будет? Да. Окей, хорошо. О, слушай. Здесь есть камера, кстати. Здесь есть камера и открыта дверь. Окей, давай сейчас посмотрим, что случилось с Мундропом, а потом уже посмотрим, куда пропал кабанчик. Да-да-да, давай так и сделаем. Наверху чисто. Так, хорошо, давай. Вот смотрим в монитор. Давай. О, Цуня, ты это видел? Это кто? Слушай, я в первый раз его вижу. Он еще такой большой и зеленый, похож на крокодила. Может, динозавр? Да, может, динозавр, кстати. Это 100% кто-то из аниматроников. И он ушел куда-то в ту сторону. Украл нашего Монтропа, украл. А вдруг кабанчик тоже пропал из-за него? Блин, ну мне кажется, он где-нибудь на кухне или в ванной. Пойдем посмотрим. Я, в принципе, на кухне ничего не смотрел. Ага, кабанчик. Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. Или как там они делают? Ты думаешь, он придёт? Не знаю, может, придет, услышит братьев своих. Ага. А может, начнем яичницу с беконом жарить? И он сразу прибежит. Да, он сразу прибежит, или как тогда минное поле сделает свое, испугается за своих сородичей. Так, не, ну пока что вроде его нет. Но смотри, у нас здесь есть камера, прямо вот здесь вот, и можно будет посмотреть, если он спускался вниз и выходил из дома, то... Ты как думаешь, записи остались? Да, конечно, остались, давай посмотрим. Давай. Так, окей, слушай, последнее время, что успел запечатлеть эта камера, кабанчик пошел куда-то вот сюда вот. Ну, слушай, наверное, моется. Окей, хорошо. Или в гараже прячется. Слушай, может, посмотрим, тут? Подглядим за кабанчиком. Ага, ага. Не, ну, слушай, его здесь нет. А ты видишь? А может, он в туалете? Пойдем посмотрим. Нет, самое странное здесь то... Что стена сломана, и, скорее всего, кабанчика кто-то похитил. Слушай, может, уедем? Блин, слушай, кабанчика бросать такая себе, мне кажется, затея. Да ладно, я на самом деле пошутил, это была проверка на друга. Не, ну, в принципе, помнишь, как он нам автобус сломал? Слушай, поехали. Да, поехали, чё. Ага. Так, не... Смотри. Это что, кровь? Странно как-то. Окей. Мне страшно за кабанчика. Да, кабанчика 100% кто-то украл, либо он ушел. Это точно кровь? Как-то непонятно. И такие же следы, как были тогда. Окей. Хорошо, давай пойдем по ним, посмотрим. Если кабанчика там не будет, мы уедем. А если мы его там найдем, и у нас все получится, мы тоже уедем. Слушай, мы прям так без подготовки туда пойдем? Ну слушай, а что нам нужно подготовить? Давай воды наберем. Аниматроники боятся воды. Слушай, погнали. Да, это знаешь, план Б, если. Нет. У меня есть. Хорошо, у меня есть, нам одно ведро, я думаю, хватит. Ага. Все, отлично. И если что, если нас кто-то в угол загонит, мы сможем вот так перед собой воду разлить. Ой. Оба. И вот так вот сделать. Ну, простите, слушай, за пшеницу. Теперь у нас и покушать есть. Ага, все. Еда есть, все отлично, все, погнали. Прямо сейчас мы берем всю свою силу в кулак и идем спасать кабанчика. Ну, если, конечно, он до сих пор живой. Ладно, все, погнали. Так, где-то или здесь... мы уедем. Ага, ну, мы в любом случае уедем. Хорошо. Ой, да, действительно, эти следы ведут именно в эту яму. И слушай, мне кажется, она как-то изменилась и стала чуть побольше. Как-то пошире, да, она вроде стала. Да, как-то пошире, и здесь... Да и... Проходов меньше было. Да, камень появился. Блин, на самом деле это все как-то жутковато.
Офигеть. Не, ну я чувствую, что пахнет беконом, и это на самом деле очень странно так. Ага. А, это я. Я кушал с утра. Ты кушал. В смысле кушал? Нифига себе, а чё мне не приготовил? Ладно, хорошо. Это на кухне лежал кусочек, ты не видел. Ну ладно, хорошо, лучше мне сказал. Я на самом деле тоже очень голоден. Сколько я не ел, все эти дни не ел. Так, ой, слушай, отсюда, подойди сюда. Не нужно шуметь. Ты видел это? Извини, пожалуйста. Ничего страшного, ты видел это? Он здесь. Тихо. Отходим. Тихо. Он сюда идет. Это этот крокодил. Ладно, хорошо, давай обойдем. Надеюсь. Давай. Он нас не заметил. Это что за фигня, ладно. Ага, давайте посмотрим. Вот это. Смотри, он уходит. Надеюсь, он действительно нас не заметил, но было такое чувство, что как будто он шел за нами. Слушай, будь аккуратен. Ага. О, он сзади, ой, бежим. 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 Сейчас он 100% нас заметил. Ладно. Это тупик. Окей, хорошо. Где же он? Так, мне кажется, он сейчас подойдет к нам. Что делать? Так, хорошо, давай. Так, он подходит. Ладно. План Б. Вода пригодилась. Так, слушай, он убежал. Я испугался. Да. Не зря воду взяли. Окей, хорошо, испугался. Ладно. И он, кстати... Побольше испугался. Да, я тоже испугался, на самом деле, почти как кабанчик тогда, помнишь? Чуть меньше не стал. И смотри, он что-то делал здесь. Он именно стал перед этой стеной и что-то пытался как будто туда зайти. Мне кажется, тебе кажется. Блин, а мне кажется, мне нифига не кажется. Может быть, за этой стеной что-то есть? Ага. Как будто да, что-то есть. Окей. Хорошо, давай пройдемся, посмотрим, что у нас здесь есть. И, кстати, когда я видел изначально этого крокодила, я вроде понимаю, кто это. Я как будто знаю его имя. Откуда? Кстати, слушай. Мне вот кажется, что вот здесь что-то за стеной есть. Так. Какой-то ветерок, что ли, или что-то такое? Действительно. Да, здесь как будто ветра чуть побольше. И я тоже это чувствую и... Окей. Хорошо, давай посмотрим, что у нас там дальше есть. Я видел, кажется, нашего аниматроника, и он где-то здесь. Он же отсюда выходил, да, вроде? Да, он выходил отсюда, и за ним я видел Мондропа, который просто стоял на месте, и вот он, смотри. Это он, да-да-да. Да. Мне кажется, после той воды он немножко сломан. Ты просто посмотри, какой он большой, просто посмотри. Он, мне кажется, разбух. Как 6 кабанчиков в высоту. Да, он был меньше. Это на самом деле очень странно. Ладно, ой. А тебе не кажется этот камень слишком странным? Ты хочешь его сломать? Нет, я не хочу его сломать, просто мне кажется, либо здесь что-то должно быть. Какой-нибудь ключ, либо рычаг. Вот обычно на таких камнях что-то подобное стоит. Слушай, все может быть, давай исследуем побольше эту пещерку. Да, хорошо, главное на этого крокодила опять не наткнуться, блин. На Монти, вот как этого аниматроника зовут. Окей. Блин, вот бы нам сейчас... Откуда ты это все знаешь? Да я про аниматроников очень много все знаю. Я знаю, кто такой Мишка Фредди. Ты знаешь, кто такой Мишка Фредди? Это Михаил? Михаил? Да, это Михаил аниматроник. Можно сказать так, смотри. Это сундук. Опа, и мне кажется, я нашел то, что нам нужно, посмотри. Это ключ. Да, это ключ, и действительно, нам на тот блок по-любому нужно будет поставить этот ключ, и тогда что-то произойдет. Пойдем попробуем. Угу. Мне казалось, что это вот здесь вот что-то странное, но... ничего здесь нет, слушай, ладно. Давай здесь тоже попробуем, давай. Опа. Не, ну здесь же нет этого камня, поэтому давай дальше. Окей, куда-то вот сюда, вот здесь. Вот этот камень. Отлично, ставь сюда рычаг и открывай. Слушай, а с какой стороны поставить? А я не знаю, попробуй вот с этой или вот с этой. А разница давай есть? Давай вот с этой. Слушай, ну я не знаю. Так, ладно. Опа. Ой. Слышал? Да, здесь что-то открылось. Открылся проход, это какая-то тайная комната. Блин, страшно. Да, действительно. Ладно, ну, хорошо. Здесь хотя бы светло. Да, действительно светло, да у меня на самом деле и там не темно было, и... Что? Ты это видишь? Смотри. Ты это видишь? Это кабанятина. Это сало, либо бекон. Блин, кабан, ты мне был почти как друг. Ребята, вы чего? О, кабанчик? Кабан, ты его слышишь? Да, вот он! Ничего себе, кабанчик! Привет! Помогите мне, привет! Как ты там оказался и как тебе помочь вообще?
Я не знаю, он где-то здесь ключ прятал, он меня здесь закрыл. О, это был тот крокодил. Да. Где-то в комнате ключ? Да, где-то в комнате, да. Слушай, давай я с этой стороны посмотрю, а ты там. Ага, хорошо. Давай смотрим. Ой, слушай, у меня тут... Ой. Что там? Кабан, это твое? Просто посмотрите, сколько здесь всего, ребята. Просто посмотрите, сколько здесь свинины, кабан, тебе вот повезло, что мы успели вовремя, иначе ты бы пополнил его коллекцию этого мяса. Очень страшно. Офигеть. Это просто смотри, нереально. У меня тоже есть. О, фу, мне это в руках даже держать вообще как-то некомфортно, ладно. Смотри. Ага, что? О. Я нашел потайной сундучок. О, ничего себе, потайной сундучок в полу, ладно. Там тоже ключ. А, ключ, ничего себе, это, ты его уже взял, да? Хорошо, а да. А куда его вставлять? А я тоже не понимаю. Кабанчик, откуда тебя вообще сюда вот затащили? Как ты вот там оказался? Вот отсюда, вот здесь проход. А, смотри. Вот, смотри. А, действительно, здесь есть люк. Опа. Хорошо. Ага. Помогите мне. О! Опа. Так, кабанчик. Давай. Смотри, он такой же маленький, кстати. Окей. Я не испугался, я смелее стал. Так, ну, в принципе, всю свою задачу мы сделали. Мы узнали, где находятся аниматроники. Нужно будет написать все в лист. Позвать сюда, не знаю, каких-нибудь спецназовцев, чтобы они зашли. Да, только не нас. Зачистили. Да, мы свою задачу выполнили. Я думаю, то, что нам можно будет бежать отсюда. Ребята, надеюсь, мы получим премию. Бежим, хорошо. Кабанчик, ну, в плюс знаешь в чем? Да, я тебя слушаю. То, что сейчас ты точно в машину поместишься. Сейчас я точно помещусь в машину, но это какое-то очень страшное задание было. Так, ладно, я пока сделаю вот так вот, на всякий случай, чтобы аниматроники вдруг не выбрались. Я там воду разлил на вход. Так, ага, все понял. Ага. Слушай, а нам вообще заплатят? Мы же дом снесли. Мне кажется, главное то, что мы целые и невредимы, а оплата... Ну и фиг с ней, с этой оплатой. Я на самом деле хочу очень сильно уже уехать отсюда. Ну, вообще мы добились много, у нас вот кабанчик похудел. О, да. Ну, я уверен, то, что завтра он потолстеет. Нет, неправда.